Игорь Барабаш, на новом зерноскладе. А я хотел спросить, а почему ты без респиратора? А она не пылит. А пыль? Да, немножечко. Все, сейчас через минут 20 еще одну машину привезу. Ты ее недавно купил? Да, в прошлом году осенью. И сколько она стоит? 320. Вот это да. Ага. Ну, хорошая машина. Да, конечно. И довольна. Она позволяет площади складские экономить. Не вот так вот рассыпать, а еще можно выше. Ну, понятно. Да кроме еще меня у тебя что еще не убрано? Еще пшеница. А куда пшеница? Потом сюда же? Все сюда же, да, должно войти. Еще ячменя, гектаров пшеницы. Понятно. Ты с той стороны думаешь заезжать, чтобы вы ячмень брали, а с этой пшеницу? Да. Ну, ворота надо делать. О чем мы говорили-то? Это надо тебе это. Да и вот за ворота. Ворота, ну. Иначе порога пойдет отсюда, до конца снег будет лежать. Вверх надо, окна еще делать надо. А Еремей-то где? Учится, все. Студент. А где он учится? В университете, в АГУ. Угу. На кадастре. Земельный кадастр. Понятно. Ну, с Богом.